сессия прошла довольно удачно, и депутаты были настроены на работу. Я считаю, что, в принципе, все решения зависят от громады и от решения сельского совета. Как они решили, так и будут. А по поводу визирки, что вы можете сказать, вот насколько вы представляете в перспективах вообще, вот как это будет выглядеть, насколько сложно будет вам, или как вообще вот вы свою должность потом в дальнейшем видите, все же изменится? Все изменится, да. И в принципе не надо ждать, пока оно изменится, надо работать сегодня. Пока эти будут выборы общие, пока будут выборы старост, выборы головы объединенной громады, надо уже сегодня работать. Надо сегодня уже проводить работы по инвентаризации имущества коммунального и решать вопросы текущие, насущные уже, водопровод, дороги, освещение, вывоз мусора. Вот это то, что людей интересует сегодня, а не то, что будет в будущем. Угу. Скажите, по поводу выбора старосты, вы себе представляете, вот кого на этом посту? Кто может занять эту должность? Себя видите или кто это может быть? Ну, выбор старосты будет, во-первых, должно быть положение о выборах старосты, и будет решать народ, кто будет старостой. Не я. Если сравнивать инфраструктуру Визирки и Сычавки, ну, вы уже имеете опыт, безусловно, вы знаете, как выглядит и то село, и это. Что вы можете сказать, где преимущество? Ну, преимущество, конечно, в Визирке, потому что здесь ситуация сложная и связана с водопроводом, обеспечением водоснабжения населения, раз, дорожными покрытиями слабовато, надо подтягивать, уличное освещение. Это такие и вывоз бытового мусора. Это самый главный вопрос. Ну а вопросы эти решаемые. Сейчас есть свои деньги. И судя в этом году уже ведутся очень активные работы по дорожному покрытию, по ремонту дорожного покрытия улиц. Сейчас, я знаю, ведутся проектные работы по уличному освещению. И я думаю, не думаю, а уверен, что совместно мы с нашей помощью будем решать дальнейшие вопросы. Будем оказывать помощь методическую и техническую. Мы это прошли уже. Если брать про, конечно, по сетям газовым, водоснабжению, электроснабжению, уличному освещению, конечно, Визирка гораздо лучше находится, в лучшей ситуации.